По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, а также при поддержке благотворительного фонда «Живой источник» в течение месяца в храмах Симферопольской и Крымской епархии пребывали списки с 5 чудотворных афонских икон Пресвятой Богородицы. В разных храмах Симферополя и в разных храмах Крыма пребывали эти иконы. Конечно, огромное количество верующих приходит к ним. Люди приходят с надеждой, люди приходят с верою. И по вере нашей происходят замечательные чудеса. У нас есть уже свидетельства. Это наиболее известные, наиболее почитаемые иконы, которые существуют в разных монастырях Афона, написанные в келье святого Николая Скит-Буразари. В Севастополе иконы торжественно встречали у Свято-Владимирского собора в Херсонесе. В стенах храма благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халютов в сослужении духовенства совершил молебен перед иконами Пресвятой Богородицы «Достойно есть Всецарица, сладкое лобзание, отрада и игуменья земли Афонской». Это чудотворные иконы, перед которыми люди молятся и получают многие милости от Матери Божией. Так вот перед иконой Всецарицы молятся больные, онкобольные. Очень много чудес, очень много исцелений, когда совершенно безнадежные люди, безнадежные больные, которые обречены на оставление этой земной жизни, Матерь Божия через вот этот свой святой образ исцеляет, восстанавливает, и люди продолжают жить, продолжают трудиться. Самое главное, Матерь Божия своей милостью дает им время для спасения, потому что продолжение жизни или оставление жизни, возвращение здоровья, это, конечно же, милостью Божьей, это возможность исправиться и прийти к Богу уже в покаянии и в чистоте. Спустя 2 дня афонские святыни были перевезены в Свято-Покровский собор Севастополя. В стенах храма в ходе своего архипастырского визита в Севастополь правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии высокопреосвященнейший митрополит Лазарь совершил молебен перед иконами. Помолиться за богослужением пришли и представители городских властей, глава Севастополя Владимир Яцуба и председатель Севастопольского городского совета Юрий Донников. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.